Всем привет, с вами Дисики. Сегодня я с вами буду играть в Майнкрафт на Xbox, как я и обещал, собственно. Вот он, наверное, прекрасный Майнкрафт на Xbox. Собственно, хотя, ну, в общем-то, будем посмотреть. Давайте тогда я создам абсолютно новый мир. Это... А, смотрите. А, я просто скачал сейчас недавно обновление, собственно. И смотрю, что тут есть у нас. Ага, вот. Fire Change. Изменение. Fire... Черч. Я не знаю, что такое Черч. Это, наверное, как его... огненный... знаете, который пускает такого фаербол, в общем-то. Деревянная кнопка. Item Frames. Spawn X. Теперь Z что-то вылупляется. Нет, просто Spawn X, то есть... Да. В общем, давайте я создам полностью новый мир. Create New World. New World. Survival. Да. More options. Да. Значит, наверное, даже бонус чес сделаем, чтобы мне было полегче. А то я тут вообще почти не играл. И я боюсь, что я буду плохо играть. И вдруг меня убьют сразу же. Вдруг. Да, Minecraft. Xbox 360 Edition. Вообще забавно. Вот совершенно другая архитектура. И абсолютно по-другому все. Connect X контроллер. Типа, можно еще с Kinect'ом тут играть в Minecraft. Офигенно, тогда было бы. Ну да ладно. Собственно, залокачиваем for Minecraft. Хорошо. Знаете, вот единственное, что тут намного мир дольше грузится. Намного, причем, хотя нет, это скорее не грузится, он генерируется. Ну и вот, тогда мы где-то тут. А, вот, вон, бонус чест. Это мы давайте сломаем тогда. Сломаем. А, сломайся. Я попал на тебя, попал еще раз на тебя. Да, знаете, на них достаточно сложно будет попасть. Такс. Open. О, ну, тут много нежности, собственно. А, как можно все взять? Ну ладно, будем так перекладывать. Блин, это просто так неудобно очень. Так, а так. Place one. Нет. Place all. Quick. Quick move. А, во-во-во, я понял, как нужно делать все. На Y нужно нажимать на джойстике. Тогда будет она. Главное еще попасть джойстиком по этой штуке. Это на самом деле сложнее, чем оно кажется. Ну да, да, оно сложнее, чем кажется. Так, сундук, ну, думаю, можно его тоже забрать. Кому сундук... А чё он не ломается? Повреждения нету. Ну, ладно. Так, как там? Инвентарь, инвентарь. О, Нигер Стив! Нигер Стив! Забавно. Так, так, тихонько, тихонько. Все, главное, карту не потерять, потому что будет иначе хреново. Так, карта. Ага. Там у нас, получается, будет озеро. Ну, в принципе, туда, наверное, и можно отправиться. Хотя я вот немного сомневаюсь, то, что там будет что-то нормальное. Так, давай, тихонечки. Знаете, что, наверное, я... Ой. Я, наверное, сделаю от третьего лица, так будет удобнее. Не только мне, а еще и вам. Потому что, ну уж очень ужасно на джойстике играть от первого лица вообще в какие-либо игры. Ну, серьезно, это отвратительно. Я не настолько еще консольщик, чтобы управлять... Всем, я, собственно, на консолях играю. Нет, мне на Xbox, мне из нормальных игр, которые есть, это Forza. Forza, которую я недавно купил, которую я недавно играл. Наверное, часов 5 не проиграл, даже больше. Офигенная игра. Так, мне кажется, музыка слишком громко играет. Ну да ладно. Надеюсь, что она слишком громко, если что, потом убавлю. Ну хотя, мне кажется, у меня такие ощущения в наушниках просто. Так. Собственно, давайте где-то тут будем обживаться. Или еще дальше пойти. Думаю, тут где-то можно. Или нет. Так, нужно быстро, быстро. Ну, давайте тогда мы будем бегать. Вот видите, тут какие-то странные деревья есть. Где же они тут? Где они тут были-то? Погодите. Они что-то были, я же их видел. Ой. Так, тихонько присел. Присел и смотрим. Видите, тут тоже такая фишка работает. Вообще упасть нельзя. Ну, да ладно. Так, тихонько, пошли. Пошли. Вот там какой-то уже зимний биом какой-то, нужно туда пойти.
Там, наверное, будет интереснее. Или нет? Да, хотя можно где-то и тут обжечься. Обжиться. Нет, таким... Так не нужно разговаривать. Кстати, вот, смотрите. Но после нового обновления 1.4 вот такие вот вещи стали популярны в Майнкрафте, потому что раньше биом очень сильно... О боже, как ты меня напугала. Ну да, давай сюда пойдем, там большая гора, мне там больше нравится. Потом буду жить на горе. Это что-то низина какая-то, еще затопит. Клей, глина. Где у нас глина там была? А вон глина. Глина-то тоже есть, значит это прекрасно, что тут есть глина. Да, но пока что нам не нужна, так что... И, кстати, не совсем, конечно, удобно, но у меня просто всегда стоит инвентарь в Майнкрафте на нормальном. А какие-то люди еще говорят, что там меня нифига не видно. Ну, я не знаю, ребята, почему меня все видно? Вот вы мне, кстати, скажите, вам... Ну, у меня такой инвентарь очень сильно даже видно. И это такой более прозрачный, не такой совсем, как в Майнкрафте. Ну, в оригинальном Майнкрафте, я имею в виду. И поэтому... Наверное, есть какая-то неразбериха. Так, тихонько. Молодец. Так. Вау. Ну что ж, я нашел железо. 8 железа нашел. Прекрасно. А вот теперь нужно забираться наверх. Наверное, там нужно подсадить дерево. Тут будет как-то совершенно хреново там жить. Ой. Так. Вот интересно, кто делал эту музыку для Майнкрафта? Она же такая прекрасная. Серьезно. Она офигенная. Так, давай. О. Так. Ну ладно, поставим тогда сразу сундук тогда, чтобы знать то, что это наше место. Так, как тебе было тут класть-то? Place. А вон, на L. С левой кнопочкой нужно нажимать на тебя. И, наверное, пойдем тогда вниз, да? Нет, я не хочу падать, я хочу жить. И пойдем туда вниз тогда. А там была пустыня, значит, там скоро будет, можно будет найти этого самого. Жителей можно там будет найти. Ой. Какая-то тут еще каньон какой-то. Аккуратнее, Стив, черный Стив. Ты, конечно, черный Стив, но это не дает тебе права делать все, что ты хочешь. Давай, ломай. Даже, наверное, переключу на... О, боже. Я чуть не испугался. Такой черный Стив вылазит на экран. А, да, точно, в Майнкрафте. На Xbox нету 3D. Это было бы забавно. О, было бы забавно, и правда. Так. Единственное, что мне не нравится, что это дубовое дерево. Да. Ему нужно... Нужно не дубовое дерево. Вернее, это даже не дубовое дерево. А еще мне больше... Я угораю с той маленькой модельки, которая в левом углу экрана. Она всегда смотрит в одно время, но она почему-то тоже бьет вещи. Да, я прыгаю, но вообще не реагирует на это. Да ладно. Так, ладно, погнали. Погнали наверх. У меня есть уже 12 дерева. Походу, это разные дерева или это одно... Блин. Вот интересно, кстати, доски меняли или нет, тогда... Для этого просто не будет иметь смысла. Потому что я хотел бы какой-нибудь такой простой домик. Если, так сказать, как называется, классический домик. Возможно, даже пара блоков из земли. Это было бы няшно. Блоки земли. Кому не нравятся блоки земли? Мне не нравятся блоки земли. Блин, ну, да, так неудобно забираться, понимаете? Обзора нет нормального, а со стиками это, блин, это отвратительно. Кто не верит, вот попробуйте подключить, блин. Я думаю, вы нормальный человек, не будете играть в Майнкрафт на Xbox. Я вам просто хочу показать, что тут можно делать и так далее. И чё, о, овечка. Овечка. Давай, иди отсюда, варгазница. Ай, ну смотрите, какая наглая. Меня еще толкает, а. Ну ладно, будь со мной жить вместе. Так, скрафтинг. Крафтинг, потому что наверстка... Так, нет, крафтинг на X. Так, у меня уже есть этот самый. Выберем этот самый. Вот тут, кстати, очень странный крафтинг, но... К нему, наверное, можно привыкнуть. Такс. Такс, если там, наверное, сундучок где-нибудь... Да нет, сундучок, а... Вот тут где-нибудь поставим, такс. Блин, я все время путаю, на что ставить. Такс. Можно теперь еще... Use.
Тут типа больше возможностей, то есть тут 4, вернее уже 9. Хотя каких нафиг 9? Не, да, 9. 9. 9 этих самых, собственно, давайте переработаем все в доски. А, ну да. О, видите, как оно тут? Тут только такое дерево доступно. Хотя не доступно, скорее, у меня просто есть такое дерево. Так, с 2. Так, ну по идее все, наверное, дверь еще сделаю на всякий случай. Так, далее, инструменты. Так, погодите, инструменты. А вот, да, инструменты. Так, кирка. Топор не будем, и все. Типа, по идее, больше ничего не нужно. Кирка. Так, давайте тогда все сложим в сундук. Так, скрафтинг. Нет, open. Open. Так, блин, это все укладывает. Так, это нам не нужно, не нужно. Не нужно. И тоже тебе не нужно, ты мне не нужен. Дверь, скорее всего, мне тоже не нужна, так что... Эх, пойдем вниз, черный Стив. Нужно поесть. Так, eat. Что это значит mine? Добывать, типа? Ну да. Так, прекрасно, поели. Блин, только падать на не обязательно, Стив. Не обязательно. Не обязательно. Какой, знаете, черный Стив с киркой, это так эпично. Блин, ну что ж ты падаешь со временем-то, а? Так, в общем-то, нам нужен камешек, совсем немного камешка, 3 камешка. Раз, два. Хотя, знаете что, наверное, всю кирку истрачу на эти камушки. Не нужно мне больше. Вернее, мне нужен просто камень, а тогда я уж когда это... Леонид 1221 хочет стать моим другом. Ну, я не хочу быть твоим другом. Чувак, серьезно, знаете... Кстати, мне начали много добавлять в Xbox, и теперь они за мной следят, то, что я во что я играю и так далее. Это как в Steam, только это еще хуже. И хуже, потому что они консольщики, получается, говорят, что я тоже консольщик, а консольщики, они плохие люди. Серьезно. Консольщики очень плохие люди. Они почти такие же плохие, как и люди, которые играют в Копатель онлайн и говорят, что это лучшая игра. Дебилы. Серьезно, я просто бомбанул по этому поводу, теперь я буду все время по этому поводу говорить. За лют хас... А, ну окей, я, собственно, не хочу, чтобы она сломалась. Да, я уже играл в Майнкрафт, так что не надо мне тут указывать. Просто давай мне... Ачивки. Собственно, знаете, что я понял? Все игры на Xbox сводятся к одному, к ачивкам. Все на консолях играют за ачивки. Знаете, наверное, факел поставлю. Такс. О, как светло сразу стало. Да, кого я обманываю. Как и было темно, так и есть. Но почти. Тут немного радиус изменился. Он не такой большой, как на компьютере. Но зато нежная музыка играет, это меня радует. Кого это может не радовать? Да. Давай уже ломайся, кирка. Ломайся, кирка. Чё ж не ломается-то? Ну давай. Совсем немного осталось. Сломайся уже, ты же как алмазный получается. Давай. Давай. Бум. Да. Оу, е-е-е, сломалось. Я этому так рад, потому что я уже не хотел тут уже оставаться. Так, тихонько, прыгаем. Вот знаете, это очень неудобно. Это вот представьте, то же самое, если бы на компьютере вы управляли обзором не мышкой. Блин, да и как тут темно, то погодите, я сам нифига не вижу. А вам так наверняка вообще кромешная темнота. О боже. Не-не, это не то, что я имел в виду. Settings. Options. График. График. Гамма. Знаете, что мне не нравится? Я знаю то, что передо мной зомби. А вот что мне с этим... А, нет, это я был. Нет, это был я, так что... Все равно кромешная тьма какая-то. Наверное, поставлю на максимум. Не знаю, что-то, наверное, не так с монитором. Или оно так и задумано, что была кромешная тьма. Так, графика. Гамма. О. А так вообще как днем видно. Читер. Читер. Что придумал, а? Читер. Дик читер. Использует яркость на максимум. Не хардкорный совершенно. Вы понимаете, когда вы с этим играете уже, наверное, на протяжении дофига месяцев, то от этого отвыкнуть будет сложно. Я вам гарантирую. Так, наверное, нужно заюзать инвентарь. Знаете, овечки, хорошо то, что вас тут так много.
Мне понадобится... Вот, вот видите, какой инвентарь сразу стал не очень хороший. Так, с этим мне понадобится и вот это. Так, а вот сейчас будем делать дофига инструментов. Так, use. Так, каменная кирка. Ей! Вот он, собственно, за этим все охотится тут. А какие-то игры там, какие-то эксклюзивы, еще это нет, это не то совершенно. Поверьте мне. Они занимаются абсолютно другим. Так, еще и вот так вот сделаю все. Мне больше, в принципе, ничего не нужно. И, наверное, знаете, тогда обстрою домик этим самым. Такс. Так, наверное, даже присяду, чтобы это было реалистично. Черный Стив присел. Так, ставь, тихонько ставь, тихонько ставь. Вот, знаете что, наверное, вот так вот будет лучше все-таки. Да, вот так будет лучше. Когда нужно точно работать делать, то вот так вот лучше, конечно, ставить инвентарь. Так, тихонько. Черный дизик. Жалко, что скин нужно покупать. А у меня нет настроения покупать какие-либо вещи на Xbox. Я еле-еле купил Gold аккаунт на месяц. Да и то на месяц, потому что у меня... Я больше вообще не хочу тратиться никак. Они такие евреи на самом деле. Так что, если вы хотите покупать консоль и ничем не думать, то лучше купите Соньку. Да. Потому что там игры бесплатно дают. Вы делаете голд подписку, вам бесплатные игры дают. На полном серьезе. Причем не самого последнего качества. Там вот Mortal Kombat был месяца два назад. Ну. И он до сих пор, кстати, там висит. Mortal Kombat последний. С мультиплеером и так далее. Так, ну, собственно, вот такая платформа у нас будет. Вернее, у меня. Какого черта? Вы не играете, вы просто смотрите. Такс. Такс. Ну, какой мастер просто наловчился играть в Майнкрафт такая, а? Вот там, кстати, Эндерман что-то он носит. Что там он носишь, интересно. У него какие-то странные глаза, на самом деле. Да. И тут, оказывается, все время музыка играет. Даже не знал этого. Собственно, вы мне скажете, нужно делать громче музыку или тише. Может, я не знаю, я не определился еще. Ну, все познается в ошибках и в сравнении. Так что, будем сейчас смотреть. Да, но на этом, ну, в принципе, наверное, можно закончить только первую серию. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. И не играйте в Capacity Online. Если вы в него играете, то вы самый паршивый человек в мире. И просто не играйте в него. Это вам сказал Черный Стив. Всем пока. И до скорых встреч. Пока.